Частный сектор улицы Троицкой в хуторе Усатого Балка состоит в основном из новостроек. Часть домовладений уже подключена к электрическим опорам, а вот некоторые только начинают эту процедуру. Алексей, местный житель, совсем недавно построил здесь дом. Сегодня специалисты Кубанинерго заводят в жилище электричество. Подключение идет согласно всем требованиям современных технологий. Электрический счетчик располагается не в доме, а на столбе. У владельца остается лишь пульт, по которому он сможет контролировать показания потребляемой электроэнергии. Меньше, как говорится, движений лишних. Подошел, включил дисплей, показания снял, заполнил квитанцию. Погода, не погода. Не выходить на улицу, как говорится, показания снимать. Ну и, соответственно, я думаю, что и потери все будет учитываться, что мы, как говорится, не воруем. Монтаж трехфазного счетчика на опоре занимает не более 15 минут. Сам прибор помещается в водонепроницаемый короб, который в любую погоду остается герметичным. Далее настраиваются показания домашнего информационного блока. Специалист рассказывает абоненту, как пользоваться устройством, а также производит радиосинхронизацию между прибором на опоре и внутренним информационным дисплеем. Вмешательство в работу такого счетчика невозможно. Нету доступа людей к этим счетчикам, и сразу фиксируются потери, потому что на ТП тоже устанавливается прибор учета, который связывается со всеми счетчиками, которые установлены на ТП. И видно сразу потери, кто что, где утечка. Новые технологии – это в первую очередь огромное преимущество для потребителей. Кроме того, счетчики запрограммированы на ночной и дневной режимы. Они имеют прямую связь с координирующим центром. И в случае какой-либо аварии специалисты будут точно знать, куда выезжать для устранения поломки. Но самое главное – потребители будут получать действительно качественную услугу. Проблема в том, что существуют большие потери электроэнергии, и потребители получают некачественную электроэнергию. И для того, чтобы минимизировать этот эффект, чтобы напряжение в сети было стабильное и соответствовало установленным нормами, было принято решение заходить сюда с энергосервисным контрактом. С начала текущего года было заменено порядка 5000 счетчиков у населения, по большей части преимущественно Анапского района. Умный счетчик обладает возможностью предотвратить пожар в случае короткого замыкания, отрубаться. Также важно отметить, что при замене счетчиков все это делается абсолютно бесплатно для потребителя, то есть меняется ему счетчик, новый ставится, и вот от опоры до дома непосредственно меняется на самоизолированный несущий провод СИП, который также является более безопасным для потребителей, более удобным. Всего до конца этого года планируется установить еще порядка 1500 умных приборов.